Да, они его топ. Ты смотри, что творит, а? Молодца. Давай здесь диагональ. Вот это колесо просто висит. И все, надо поддернуть. Чтобы сюда подняться, нужно, наверное, отравиться. Диагоналка вот здесь, хоп, ловится. Не, смотри. Молодец. Вот она, где поймал. Ну, кидается грязью. Неплохо копает. Сейчас пройдет. Я думаю, пройдет. Ну и подъемчик. Диагональ вис, она не дает. Да. Ой. И все. Давай. Вот такие моменты опасные, конечно, для полосей. Щелкаю. Николай, по-моему, тоже не травленный, да? Я уже качал столько, что я. А, да, мы же накачали колеса опять. Ух, так. Все, выходишь. Не-не-не, разгонно заходи. Не сильно. Вот, хорош. Какие газ в палатке пошел. Красавчик. То есть в эту сторону должно быть сложнее. Вот. Блин, ну молодец, слушай. Молодец. Травились до единицы, специально по колее не едем, и как видите, на травленной резине автомобиль проезжает.
И подъемчик с диагоналочкой. Вот сейчас.